Мы решили прожить 10 дней на страшном сиде в Майнкрафте без сна. Что же произойдет, если провести этот жуткий эксперимент и призвать то, что вызывает самые настоящие кошмары? Давид, ты куда пошел? Ты в лес пошел, зачем? Я вижу ее, Никита! Офигеть! С этого момента нас ожидают 10 бессонных ночей в жутком мире. Так что быстренько добываем ресурсы и... Я не знаю, что будет по мистике. Возможно, она будет супер жесткая, поэтому готовься. Хорошо, ну ладно, я готов. Я же настоящий мифоискатель. Тут, кстати, дерево с наполовину обрубленной листвой. Опять ты, как всегда, далеко убегаешь. Ну ё-моё. Опять ты, как всегда, от меня отстаешь. Ну я же развиваюсь, Никит. Так давай, вот. Я вот здесь, вот, рядом с тобой. Пошли. Где ты? Сейчас где-нибудь, возможно, здесь будет спуск под землю. Смотри, а что с той березой? Это ты ее так покромсал? Да, естественно, я сейчас стоял и ее обрубывал. А ты себе сделал уже каменные ресурсы или нет? А вот и замечательная пещерка, где мы начали добывать все самое нужное. Главное это собрать как можно больше жекосика. Однако, где же мистическая активность? Ну, не знаю, пока вообще ничего нету. Самый обыкновенный Майнкрафт сейчас. А, так это уже страшно. Я только слышу зомби. Это стонущие зомби. Ты сделаешь печку? Я уже. Давай ставь печку, я уже хочу делать. Так, или еды. Ой, ой-ой-ой-ой, я куда-то я проваливаюсь. Почему-то блоки сломались. Нифига уже что-то происходит. Но зато вот же косик есть. Блин, я хотел переплавить железо и все, и оно пропало. Это что-то, как будто баг какой-то сейчас произошел. Да нифига себе баг. Чуть-чуть генерация решила от этого нам сказать. Нет, привет. Это не добрый... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да, добрый вечер. Что происходит? Куда? Ты что, зомби Давид? Там увидел? Какой зомби? Где я? Убивай зомби, ты чё? Давид, помоги. Аж как я тебе помогу? Я не знаю, где ты. Да я вот, я недалеко от тебя стою. Где ты? Вот а, я. А, вот, все, я вообще... А чё ты тут спрятался? Я в другую сторону смотрел. Так, с еды закину. И у меня еще одна печь есть. Я закинул железо. Ладно, я сделаю свою печку. Почему-то у меня не работает твои печки. Да, видимо, это персональные печки. Блин, у меня еще уголь был, нету угля. А, походу, Игоречек вот у меня. Немного паранормальщины не помешает. Теперь мы уверены, что находимся на правильном сиде. Однако, это только начало херобринщины. Тут прям очень много жекосика. Я думаю, нам нужно его добыть, как можно больше. У меня уже есть железная кирка. Вообще кайф. А! Никита, смотри. Ты чё телепаешься? А что у тебя с головой? Я лечу. Куда ты лечу? Ты в блоке застрял. Помоги мне, сломай его. Да подожди, тут зомби-криперы. Да, а, всё плохо. Отлагало. Подлагивает, походу, немного. Походу, но я слышал страшный звук. Какой именно? Какой звук? Ну, просто скример такой. Буф. Я ничего не слышал. Слушай, какая классная шахта. Тут так много железа. Так, с кирку, естественно. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько там мобов. Да почему? У меня что-то... Опа. Это пошли у меня. Взрывы. Ой-ой-ой, скелеты. Да, я думаю... Ой, что происходит? Что происходит? Что это? Somnus est venenum. И какие-то звуки, как будто бы у меня какой-то поезд проезжает рядом со мной. Это где ты читаешь? Грузовой. Нет, у меня надо инвентарь. Ой. Давид, пластинка 13 заиграла сейчас. Я не слышу. Это точно не какой-то пещерный шум сейчас был. Это что-то уже такое интересное, жуткое. Подожди, а где ты? Два сердечка. Давид, возвращайся назад на родину. Первый день уже преподносит нам сюрпризы. Но сейчас нужно найти место для дома. И желательно рядом с озером лавы. Однако инсомния не отступает. Ты не отстал от меня? Иду. Я только поднимаюсь. Надеюсь, ты меня увидишь. Я вижу деревню. Все, я вижу. А меня ты видишь? Я надеюсь. А ты меня видишь? Ничего себе, тебя закрутило. Да и что опять с тобой происходит? Я не знаю, где ты. Ты в блок... Ты застрял или что? Я ничего не слышу, Никита. Давай быстрее в деревню. Здесь очень много мобов. Бежим быстрее. Пойдем. Давид, проверяй дома, я сено заберу. О, сколько изумруд. Забирай там всякие, не знаю, камнерезы, всякие такие штуки. Я буду по максимальному тут лутаться. Самое сложное, это, конечно, то, что нельзя будет спать до 10-го дня. Вот это вот неприятно, конечно. Хлебушек нашел, отлично. И вертолет у меня летит. Подожди. Так, сейчас рубрика «Нажимаем на колокольчик». Все, кто не нажали на колокольчик, прямо сейчас нажимаем. Почему ты ломаешь? Так, стой. Вот, я его подобрал. Вот, забирай с колокольчик. Бери железо, давай. Все, я сейчас сделаю себе. Сейчас будем смотреть, как ты сражаешься. Где здесь голем? Вот он стоит, вот, давай. Хорошо, давай, снимаешь?
Да-да-да, снимаю, снимаю. Ой-ой-ой, какой сильный! Офигеть, 2 хп осталось! Смотри, он отагрился от тебя. Подходи, он не кусается. Шутки шутками, но с каждой новой бессонной ночью инсомния будет проявлять себя все сильнее. Но пока что сущность не может проявить свой скин. Или же мы ошибаемся, и оно уже наблюдает за нами. Так, о! Озеро нашел. Нашел озеро. О, супер. Значит, Давид, будем дом строить здесь, недалеко. Давай, все, тогда я делаю сейчас здесь уже. Где-то, вот, подумай. Может, вот тут, допустим. Давай вот здесь дом будет. Давай, давай. Прям вот здесь. А какой ты хочешь дом? Ты хочешь большой дом? Мы пока его не будем делать, мы сейчас в ад отправимся. А, ладно. Не боишься молнии? Вообще не боюсь. А если сейчас ударит в тебя? У меня нормально хп, я выживу. Но она какая-то сильная, Давид. Очень сильная гроза. Это я вижу, да. Она это... просто каждую секунду ударяет молния. Это ненормально, да, но как бы она пока нас не бьет. Давид, Давид, гроза сильно бьет! Прячься! Прячься, прячься, Давид, куда-нибудь! Она прям тут ударяет везде! Да что такое? Не стоит расслабляться ни на секунду. Не забываем, что паранормальная активность будет только усиливаться. Поэтому быстро делаем портал в Незер. Ведь именно в аду находятся все основные компоненты для ритуальных тотемов. Ну и в этот раз их будет 2. Так, ну и все. В принципе, я готов отправляться в ад. Ой-ой-ой. Либо Никит... пока еще тут останемся. Insomnia 01289. Возможно, это, ну, намек какой-то на то, что мы на этом сиде играем. Наверное. Все, дерево я нормально взял. Погнали в ад. Ресурсы ты все хорошее себе забрал. Сейчас я заберу. Ой-ой-ой, это что? Что? Это чё? Что? Это что было? Что было? Это что? Никита, да ведь тут огромная, огромная туча какая-то или что? Я вообще не вижу, у меня такого нету. Пошли в ад быстрее, что-то мне это не нравится. Сейчас, я просто хочу ресурсы в себе набрать, чтобы в аду там были. Ладно, догонишь меня, я уже пошел в ад. Каково было удивление, когда в аду нас заспавнило в закрытой комнате, из которой просто нереально найти выход. Спустя время наши инструменты начали ломаться, и Роминский отправился домой за добавкой. Я телепортируюсь, Никита, будь там аккуратней, живи, пожалуйста, все будет хорошо. Сейчас я скоро приду. Так у меня все нормально. Хорошо, но все может быть случиться. Ты же в аду прямо сейчас. Да что может случиться? Все, я иду. Сейчас проверим. Я вижу! Ай-яй-яй! Что ты видишь? Я походу что понял, там? Про что ты говорил. Я видел какой-то круг, такой темный круг, вот это вот. Дымка какая-то. Во, да, я тебе про это и говорил. Она как будто живая, она до меня дотронулась, и все, и у меня сейчас замедление, у меня... Эндермен, ты прям идеально стоишь. Никита, это было жутко. Походу, вообще там туда в мир нельзя, он там уже, этот инсомния. Да не может его быть, мы его еще не призвали. Я туда пришел, и сразу у меня вот такая дымка была. Но это активность мистическая, скорее всего. Да нифига себе. Так, это у нас искаженный лес. Нам как раз тут нужно дерево. Ну, естественно, нужно. Господи, что? У меня, что? Меня скримануло, меня только что скримануло. Все мигает вокруг. Ладно, что, разделяемся? Какой нам биом нужно найти? Далее мы отправились в увлекательное путешествие по жарким биомам Незерленда. Посетили красочный багровый лес, где забрали все самое необходимое. Забрели в долину душ, где Роминский впервые в жизни увидел костяные блоки. Смотри, а что это за недостроенный... портал. И добрались до адской крепости. Это последняя локация, где нам нужно забрать парочку наростов. Ой-ой-ой, не надо, дядя! Дядя, не надо! Убивай его, что ты мимо него пробегаешь? В смысле, я ударю? Понятно, не успел. Мне вообще избавиться от ненужных ресурсов. Ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит? Что происходит? Давид, что там у тебя? У меня то же самое, что и у тебя. Что за звуки криповые? А ты видишь, что у тебя в чате есть что-то? Нет, у меня ничего нет в чате. Лануа, эст, вижу. Как будто эндермену яйца зажало. Мы собрали уже все самое нужное. Можно потихоньку готовиться к ритуалу инсомнии. Строим небольшую коробку, в которую на 10-й день нужно поместить сам тотем. Затем стоит собрать пару стаков редстоуна. Но прежде всего, дом еще никто не отменял. Поэтому отправляемся в верхний мир заниматься строительством. Нормально, мы так, конечно, времени в аду провели. Надо уже ускоряться и делать этот домик. Да, давай уже его делать. Сейчас я нарублю нам дерево. Сейчас я, наверное, еще один сундук сделаю. Надо было, правда, все адские блоки оставить в аду. Дом у нас будет из березы. А тут есть темный дуб. А, есть. Сейчас его нарублю тоже. А прикинь, если здесь еще лесной особняк можно будет найти. У тебя темно тоже?
Да-да-да, ночь почему-то нас... Я застрял. Где ты застрял? Я вижу что-то! Давид, ты где? Я где березовая вот эта вот лес, где березовый лес. Ко мне прибежает сзади что-то! Я тоже тебе. Оно около меня прям! Оно около меня, Никита! Где? Кто? Ты инсомнию видишь? Я походу вижу что-то! Где? Короче, о, я вижу, тебя молния вот бьет. Видишь, смотри, следы. Давид, да я вижу тебя, что у тебя тут происходит? Видишь, смотри, следы. Это ко мне прибежалось, прикинь. Так, оно не из портала? Нет, не из портала. Но я не видел именно силуэт какой-то, я такого не видел. Сколько мобов, блин. Да меня пауки докопались, что вы хотите? О, вот это у тебя там весело вообще. У меня почему-то лагает, не знаю почему. Начинай строить какой-то силуэт дома, коробку какую-то уже начинай. О, я и тебя вижу отсюда, так что. Опа, это кто рядом с тобой стоит? Давид, кто там? Что ты? Ты прикалываешься или нет? Это верстак стоит. Яху. Начинает светлеть. Древесинки, думаю, будет достаточно. Но то, какой дом мы запланировали сделать, такого шедевра вы еще никогда не видели. Крипер, отстань. Ой-ой-ой. Мобы пропали, Давид. Я добывал дерево, меня к тебе телепортировало, и у меня скример был. Чё ты так заорал, капец? Офигеть, я испугался сейчас. Чё, делаем уже дом? Давай, делаем. Я, как всегда, каркасик, наверное. Не-не-не-не-не, соединяй вот это все. Я уже придумал. Давай, знаешь, можно я вот так еще сделаю, туда, в ту сторону? Отлично. Двойные стены, неплохо. Так будет красивее просто. Все, и двойной вход получается. Раз двери, два двери. Как-то в этот раз мы не можем достичь согласия, но это явление временное. Наш дом вас точно удивит. Получится действительно самый настоящий пентхаус. Однако не забываем про мистику, она еще никуда не унулячила. Да, я быстренько возьму и все. О! Что? Что это? Что с тобой? Что ты? Ой-ой-ой-ой, вот это что-то нехорошее. Чувствую я. Что там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это? Блин, Никита, что такое? У меня сейчас эпилепсия начнется. Главное не смотреть туда. Я тоже. Ох, охренеть, что это? Ты прям туда смотришь? Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, туда смотреть вообще невозможно. Что происходит? Давид, мы как будто какого-то демона выпустили. Как будто Майнкрафт как-то ломается, такие звуки еще. И мне кажется, быстрее нужно дом делать. Дом это единственное безопасное место, по идее, будет. Блин, криперы! У нас тут скелет в доме. Отхерабринься от меня. И вот, наконец-то, можно приступать к полноценному строительству. Мы вообще планировали построить дом где-то на второй день. Однако, как-то все пошло по херабрину. И мы уже немножечко начинаем опаздывать. Вот как прошли наши оставшиеся дни перед призывом. У меня назрел такой вопрос, как вы относитесь к лайкам? Я давно не упоминал про такую шикарную функцию, как палец вверх. И вот, пока вы смотрите на процесс возведения лучшего дома в Майнкрафте, можете нажать на лайкусик. Давайте соберем 100 тысяч лайков, и мы проведем эксперимент, где не будем спать на страшном сиде целых 100 дней. Зацените этот персик, просто турбопушечное укрытие от мистики. Ладно, судный день уже на носу. Начинаем возводить тотемчики. Для начала сделаем ритуальный тотем в аду. Теперь в самом доме делаем второй тотем для Роменского. Интересно, что для призыва именно этого Инсомниуса нужны целых два алтаря. Теперь нужно соединить редстоун линией эти два тотема. Делается это все довольно-таки просто, учитывая то, что ранее мы спустились в шахту и добыли пару стаков красной пыли. Ну и самое время начинать призыв. Сейчас произойдет то, чего вы так ждали. Этот миф вам точно будет сниться в кошмарах. Переключайтесь. Ну чё там, Давид, ты уже готов активировать тотемчик? Да, я готов, у меня уже все построено, все есть. 10 дней эти пролетели просто невероятно быстро. Да, мы такой дом построили шикарный, это просто жесть. Давай, поджигаем тотемчик. Поджигаем. Так, поджег. Теперь скидываем бумагу. Ты скинул? Чтоб она сгорела. Я скинул. Все, скинул. Такс, и готов написать текст одновременно в чат? Да. Давай, на раз, два, три. Раз, два, три. О,
Прям вообще идеально. Идеально, да-да-да. Максимально идеально, так? Я прям это заметил. Ну, у меня ничего нету, никаких там резких движений, никаких, пока ничего не произошло. Вот в тот раз, когда мы, похоже, тотем активировали, из него что-то выпорхнуло. О, так, у меня, миф очень у меня молния, молния, слышу молнии. Так. Дождик пошел или нет, это уже без дождика, без дождика. А, у меня сумерки и рассвет, понял? Сумерки и рассвет, я не понял. Либо это мне показалось, но сейчас было что-то активировалось, видимо. Ты очень внимательно смотри за всем. Хорошо. Я пока еще остаюсь в аду, если у тебя прям жестко будет, то я к тебе бегу. А ты соединил эти тотемы, да? Правильно понимаю? Ты их соединил? Да, их нужно было редстоун-линией соединить. Офигеть. Вместе. Хорошо, что не обязательно именно редстоун факела там ставить и ну так да, далее, да, чтобы это именно нормально. Был у нас активированный редстоун. А! Что? Так, а у меня... Давид! Чё? Никита? Это что? Давид? Никита, что там? Там тучка полетела и... Это та самая тучка? Давид, она в сторону портала полетела. Она, походу, к тебе полетела. Я ее пока не вижу. Я ничего делать не могу. Не ломать ничего. Она ко мне летит? Я не знаю, она в сторону портала полетела, именно по вот этой редстоун линии. Ты сейчас сюда придешь ко мне? Да, смотри в окно. Только давай, я дома, смотрю смотри, в окно. Может, она где-то там у тебя. Она идет ко мне, я вижу, приближается. Так, я не знаю, прячься куда-нибудь. А куда мне спрятаться? Давид, у меня портал сломался. Я сюда спрячусь и буду отсюда смотреть. Я вижу ее! Портал сломался? Я не могу его активировать, я назад к тотему побежал. Я надеюсь, она там не пройдет, потому что там у нас дверь закрыта, у нас там все закрыто. Давид, сейчас очень аккуратно, возможно, инсомниус этот уже вышел на охоту. Вот когда день на самом деле не так страшно, как ночью. Ночью ты прям смотришь везде такое криповое такое состояние. Никита, я Никита! Пока... Что? Что там? Ну, кто-то ломится в дверь! Кого не видишь там? Дверь сломалась! Давид, аккуратно, очень аккуратно, смотри, ты не видишь его? Он сейчас резко где-то выйдет. Никита, что такое? У меня слепота. Так, все, я ломать могу. Прикинь, у нас стекла все исчезли. Я сейчас сломал. Ой-ой-ой! Беги сюда! Я бегу, у меня тут чернит, все превращается. Беги, давай, быстрее. Да я не могу быстрее, застрею. К порталу, быстрее, ну его херобрину, это все. Да не застрею ее, я пытаюсь добежать, у меня все тут с черните. Быстрее. Я валю херобрину просто из ада, валю. Блин. Так, Давид, что тут у тебя? Смотри, у нас нету стекла. А я не хочу заколачивать, вдруг мы не будем видеть, что там. А если он сейчас проникнет через эти двери? Двери есть? Двери нужно сделать. А, двери, там вроде были у нас в сундуках двери. Я сделал хотя бы вот так, чтобы он пройти не мог. О, все, ты офигенно, кстати, сделал. Да, на всякий случай, чтобы он не прошел. Тут еще одно окно открытое. Я на втором этаже блоки. Закрываю. А, вот. Да, закрывай все. А балкон закрывать, как думаешь? Вряд ли он прям через балкон к нам будет там пролетать. Что-то происходит, Давид. Ну я и балкон закрою, что-то мне это не нравится. Хотя ладно. Давид, опять замигало время. Да, я вижу это. А, ты про это говорил, типа как сумерки мигают? Да. Кстати, это страшно, не именно ночь, смотри, а как смотри, будто такое... Распространяется. Да, вот такой и от моего тотема был. Подожди, он от... Он от нашего дома идет. Да, он от портала идет, Давид. От портала? И что портал превратился в чернит. Получается, если портал превратился в чернит, он закрылся, и наша вот эта сетка, она тоже прекратилась или как перебралась? Без понятия, нет, я не знаю пока что. Никита, это что вообще происходит? Я в шоке. Я, Давид, просто без понятия, что это сейчас было. А что затихло? Вот темно сразу и затихло. Вот когда становится тихо, еще страшнее. Намного страшнее. Кстати, не понял. Пока затихло, чё? Давид, где свет? Где тотем? Куда пропал свет? Ты чё, не видишь тотема? А, и тотем, и тотем пропал. Я только увидел, как свет исчез. Никита, пока затихло, можно, чтобы подписчики нажали на колокольчик, слышишь? Нет, нельзя, Давид. Да, нельзя. Но я нажму. Лучше не шуметь. Давай рискнем, Твой и мой, давай. За твой канал и за мой канал. Замечательно. А теперь, Давид, мы должны попытаться лечь спать. Давай. Я на своей кровати, ты на своей. Хорошо. Ладно, все. Так, ложишься? Готов? Раз, два, три. Готов? Да. О, отлично. Мы легли. Давид? Что? Да.
Где я? Давид? Никита, я походу понял, где я? Это Хигги? А я сейчас видел его, мать его, походу. Стой, стой, а почему я в Хигги комнате вот этой вот? Какой Хигги? Ты в доме? В смысле в доме? Ты меня видишь в доме, что ли? Нет, и тебя нет. Я телепортировался, я проснулся и телепортировался в комнату Хигги. А при чем тут вообще Хигги, я не понимаю. Никита, я вообще без понятия. Так, Давид, рассказывай все, что происходит. Рассказывай, что там у тебя. Я видел... Я не понял, я не... За мной, что он там? Бежит за мной! Кто за... Никита, кто это за тобой... что за скин? Я пытаюсь разглядеть. Кто за тобой бежит? Как он выглядит? Короче, помнишь 10 дней? Помнишь 10 дней? Вспомни 10 дней. Да помню, помню, помню. За мной бежит, я не помню, как его зовут. Помнишь, Скин какой у него? Скин такой коричневый, коричневый, не разноцветный, вообще не разноцветный. Который как хряк, типа? Да, да, как хряк. А, это Диаболус вроде. Все, у меня комнаты превратились... Да, это Диаболус. Давид, а чё, не понял, почему? Никита, всё, всё, я сзади тебя, меня телепортировал от тебя. Давай домой, Давид. Я не понял вообще ничего, что сейчас произошло. Блин, посмотри на наш дом, мне даже страшно туда заходить. Какой-то он бледный какой-то. Да, он как-то криповый стал без окон. Он очень криповый. С такими вот заделанными окнами. Только что построили дом, а стал заброшенный какой-то дом. Давид, а я вот здесь видел, походу, Инсомниуса. Либо что-то очень высокое и темное, такой силуэт просто до потолка стоял. Да, походу, ты его видел. Только я не успел разглядеть, как он вообще выглядит. Что-то очень непонятное. Никита, это... А что за табличка? Ой. Что тут написано? To visio est prope. Да меня знаешь, что больше всего смущает? Что, что? Что я видел опять этого Хигги, а Хигги как бы меня больше преследует. Слушай, а возможно это как твой... Ой-ой-ой. Это как какой-то мой миф. Кошмар, знаю, может? Кошмар, я не знаю, почему. Это вообще меня смущает. А может ты, ну, лег в кровать и попал как-то в свой кошмар? А, кстати, либо что-то возможно. Типа этого? Слушай, ну если Инсомниус на такое способен... то я боюсь представить, что будет дальше. А ты не видел свой кошмар, как бы, если ты тоже лег спать? Нет, я просто проснулся, но ночь все равно была. Блин, почему именно со мной такая... Давид! Вон он стоит! Вон он! Вон он стоит, смотри, я смотри! Он к дому бежит! Блин! Отходи, отходи! Убегай, убегай! Ты на втором этаже? Двери, двери закрой, двери, ты где? Он проник нам в дом закрой, или нет? Закрой, закрой. Я не знаю. Пока не знаю. А ну я посмотрю с этого, с балкона. Чё, давай вниз спустимся, выйдем. Из дома? Ну, так, чисто проверим. Давай, давай. Я не... я опять, ты успел разглядеть, как он выглядит? Нет, я увидел только руку. Ой-ой-ой! Слышишь, он где-то ходит? Давид, это на втором этаже, походу. Это... Либо на крыше, это либо на втором этаже. Это мне напоминает фазмофобию очень сильно. Ну, есть такое, да. Давид, оно прям на втором этаже, походу, ходит. Закрой двери. Или лучше не закрывать, если оно у нас в доме, я не понимаю. Лучше не закрывать. Что делать с этим? Это крепота, давай, Давид. Давай, давай пойдем просто... на второй этаж. Это помнишь. Давай я схожу на второй этаж, а ты останься здесь, потому что мало ли он может в дом как-то забежит тут, либо херобрин. Ну ладно, давай, иди. Следи просто за входом, смотри. Потому что в тот раз оно прям целенаправленно в сторону давай, нашего входа. Давай, не оборачивайся. Входа. Смотри только вперед. Так. Вроде бы нормально. Очень тихо. Он куда-то ушел. А куда он мог уйти? Меня телепортировало, Никит, опять. Куда? Я куда? Не знаю, ты где куда? Я. Ты не видишь ты куда, меня? Давид? Ты видишь меня или нет? Давид, ты куда пошел? Ты в лес пошел? Зачем? Какой лес? Да меня телепортировало, я сам туда не шел. Куда? Так, ой-ой-ой. Что это? Что это? Происходит? Давид, я за тобой слежу. Лес заражается. Я не могу ходить. Я вижу ее, Никита! Где? Офигеть! Где? Я не вижу. Я не вижу, я где? Вижу ее! Ладно, я к тебе. Я к тебе побежал. Я к тебе побежал. Что оно делает? В смысле, а почему она? Почему она? Не знаю, мне кажется, что это женский пол. Давид, я здесь, я здесь. Где оно? Где? Ты не видишь? Ты видишь меня? Вот я. Где оно? Ой! Так, я на секунду увидел, походу. Оно тут стояло, да? Так, ты двигаться не можешь вообще. Мы рядом с домом, да, я так понял, да? Мне показалось, что ты в лес пошел сам вообще. Да ты чё? Ты прям целенаправленно в лес пошел. Как бы я успел. Ну, так... я вот выглядываю в окно, смотрю, и ты просто в лес идешь и все, но ну, и тебя телепает немного. Стоп, может быть, это был не я? Не, ой-ой-ой! Что... А почему я не могу уйти? Я пока я с тобой, я не ухожу. Это какая-то ловушка. Да я понимаю, я понимаю. Никита, может быть, ты... Я смотрю. Спасайся лучше. Не-не-не, я с тобой остаюсь, я не пойду. Потому что я тут... Я там посмотрел, вроде все, бы, вроде ходить, бы тут убегаем, нормально. Убегаем в дом.
Пошли в дом. Нам в эту сторону. Фу, Давид, у меня нос просто нереально чешется. У меня давно нос на мистику не чесался. Я помню, когда у тебя что-то чесалось. Давид, Давид, в окне! В окне оно стоит! Почему? Вон, вон, ты видел? Нет! Оно прям в окне стояло. Так, я сейчас тоже успел разглядеть, это какая-то максимально криповая хрень. Это офигеть какая криповая штука вообще. Ну, как бабка, типа, не знаю, что в этом роде, возможно. Ай-яй-яй-яй-яй! Я сейчас горю! Отходи, отходи, отходи от огня! Чё? Офигеть, это у нас дом! Давид, 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 живи, живи! Ты живёшь? Посмотри, вернись на дом, посмотри! Так, я потушился. Офигеть, это так даже... Это очень даже красиво выглядит. Я не знаю, а почему наш дом загорелся? Далее мы приняли решение попытаться уснуть, дабы инсомния от нас отступила. И по идее, это должно сработать. У нас еще есть все шансы пережить эту длинную беспросветную ночь. Сердечко стучало нереально, но нам все же удалось проснуться. Но мы не ожидали, что это далеко не конец. По идее, насколько я понял... Если вот у нас удалось лечь спать, то, возможно, и дом сейчас перестанет гореть. Давай посмотрим, интересно. Как будто из какого-то, там, не знаю, суперстойкой древесины. Слушай, ты не отставай. Но миф все равно это очень интересно. Это второй раз. Что? Ты слышишь? Слышу. Давид, это что? Наш дом не перестал гореть. Он не перестал. А ты слышишь эти звуки? Я слышу эти звуки, что-то происходит. Что-то это где? Что-то на... Оно... Да, да, да. Я не понимаю, с этой стороны вроде. У меня есть яйцо, я кину ее в инсомнию. В инсомнию яйцо, отлично, замечательно. Посмотрим на ее реакцию, я хочу ее увидеть. Мы должны были выжить, и все, на этом все, все должно было закончиться. У меня цель, кинуть яйцо в яйцо. Что это? Че? Что за ошибка? Я не знаю. Смотри, может она где-то стоит? Давид, там что-то... Там в дыму что-то. Давид, вон она! Это она! Что происходит? Его просто крутит эту чувиху. Давид, я... меня сейчас просто... Мне уже плохо становится от этого. Похеробренеть. Давид, куда ты пошел? Она может нас не видеть. Дым полетел, дым полетел, дым полетел куда-то она вверх. Исчезает, что ли? Или как... Вон, смотри, дым вверх полетел, а ты видишь? Я вижу, что происходит вообще? Я не понимаю... Давид!